видал, с утра уже выстроились, а? Зачем им только виза дают? Ух, действительно. И тут очередь. Да что же это творится-то, а? Бегут, бегут диссиденты. А ну останься, Петр Иванович. Останови машину. Товарищи, о чем вы думаете? Сейчас, когда наша вся страна напряглась, когда надо отдать все силы всего мира. Ты сначала встань вон в конец, оттуда и базарь. Много вас умников, ядри вашу мать. Встань в конец! Час назад вот такие шустрые кахоток наводили. Оглянуться не успели, как они уже довольны идут. Разве это правильно? Гнать вас надо! Стыдно! Чего стыдно-то? Стыдно, товарищи! Такие очереди, да, позор! Для любого государства. Но чтобы нам сейчас тяжело, но чтобы легче стало работать, надо, а не в очереди за сладкой жизнью стоять. Вот дает, да я бы рад без очереди-то. Да кто же меня пустит, а? Иди становись, деловой какой. Петр Иванович, ну что вы с ними связались? Я вам сейчас все возьму без очереди, как говорится, по блату. Вам сколько надо? Что сколько? Я родину покидать не собираюсь. У тебя в посольстве блат есть? Да в посольство вход вон где. А это идите сюда. Коля, возьми бутылку! Вот, проходи бутылку! Коля, бери бутылки! Извините, товарищ. Извините. Я же думал, что это чужая очередь, а это своя, родная. Вот так когда-то украшали потолки карнизами, розетками, затейливой лепниной. В наше время вкусы, естественно, изменились. И на потолках вместо украшений нередко видны вот такие приборы. Скажи, а что это за штучки у вас там на потолке, не знаешь? Это сигнализация для пожара. Точнее, против пожара. В случае загорания такие датчики поднимают тревогу. На пульте срабатывает сигнал, и пожарная команда спешит на выручку. Но прежде, разумеется, надо сделать системы сигнализации, установить их, наладить. Умными приборами занимается специальное конструкторское бюро. Главное, к чему мы стремимся, это чтобы наши изделия были высоко надежными. А здесь, в объединении Мосспецавтоматика, пекутся о высоком качестве установки. Самое главное является высокое качество. И на заводе Спецавтоматика тоже понимают важность задачи. Мы стремимся улучшить качество монтажных, пусконаладочных, ремонтно-восстановительных работ. Это просто замечательно, что на страже обычного детского садика столько инженеров, конструкторов, техников. Достаточно возникнуть огню, как по тревоге примчатся пожарные. Напрасно вы так думаете. То есть? Пожарная сигнализация у нас работает только на втором этаже. Пульт управления у нас установлен в этом коридорчике. И когда раздается звонок, то его по всему помещению не слышно. Ну, еще бессмысленность в том, что если в субботу-воскресенье раздается этот звонок, то у нас никого нету. И для кого он звонит, тоже непонятно. А как должно быть? А должно было быть так, чтобы этот пульт был выведен на пожарную охрану. Ну, видимо, так и сделано в других зданиях. Спросим начальника отдела Московской пожарной охраны товарища Лобанова. Наверное, этот сад досадное исключение. Да нет. В Москве 5000 таких объектов. А по стране, наверное, десятки тысяч. А почему? Я думаю, причин здесь несколько. Одна из них, что когда эти системы проектируются, уже надо думать, куда их выводить. Во-вторых, не всегда хватает и технических возможностей. Выходит, пожарная охрана знает о сигнализации, которая лишена всякого смысла. Почему же вы допускаете эксплуатацию таких систем? Достаточно сложный вопрос, имею в виду, что система организации государственного пожарного надзора входит, подчиняется, будем так говорить,
исполкома Московского совета в Москве. Вам бы выкрутили руки. Естественно, давление какое-то было бы. Ясно. Было бы давление, были бы неприятности. Но зато на этом пульте реже бы принимались сигналы бедствия, меньше стало бы детских садиков, школ, училищ, сгоревших по вине липовой сигнализации. А пока каждые 5 минут в стране происходит пожар, и каждый час в огне погибает человек. Давай его сюда быстро. Ну где эта дама? Батя где? Ну что стоишь, где папаня? Нету папани. То есть как нету? С утра был, а теперь уже нету. Увы, ничего нельзя было сделать. Возраст. Здравствуйте. Здрасте. Да, вот я и говорю, возраст есть возраст. Чего? Какой возраст? А ну отойдите, пожалуйста. Возраст. Господи, Иисус. Господи, Господи. Да что же такое? Причистите. Господи, Господи, Господи. Так, так, хорошо. Однако оригинально, живой. Живее не бывает. Ну что сидишь? Помогай, давай. А что делать-то? Как что? Одевать, что делать? Давать? А что нам помирать, батя, а? Давай, батя, быстрее. Через полчаса перекличка. Уже очередь... перекличка? Да, в том-то и дело. Очередь ждать не будет. Чего там помирать ветеранам, а, батя? Чего там помирать, когда нам сегодня холодильник еще брать надо? Ой, да не волнуйся ты его, не ты ведешь. Да везон, не волнуйся. Рюхи, давай. Да. Это... Мы батяню должны беречь, как хрустальную вазу. Ага. Верно, батяня? Ведь куда ни сунься... Только ветеранам! Да. А нам еще шкаф добывать надо. А про стенку забыл? Почему забыл? Не забыл, но стенку потом. Не дадут помереть спокойно. И не дадим. Не дадим. Для вас, ветеранов, батя, жизнь только начинается. Ага. Так что с нашей экономикой, дед, ты у меня долгожителем будешь. Ага. Давай руку, батя. Да. Да не так. Сейчас. Так. 5. 8. 8. 3. 3.